Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Зачастую обладатели этого имени делают акцент на доверии, верности, являются хорошими друзьями, отлично ладят с окружающими. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Они всегда стремятся действовать. Необычайно волевые люди, наилучшие сферы приложения их усилий те, где во главу угла ставится способность преодолевать препятствия, бороться до победного конца. Они целеустремленны и привыкли добиваться своего последовательно и неторопливо, оказывать помощь нуждающимся бескорыстно и исключительно из добрых намерений. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Они получают удовольствие, когда проявляют заботу об окружающих, хотя им часто самим недостает поддержки и заботы. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Звук «Ч» в имени благоприятно воздействует на подсознание. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.